говоря, Ром 2 Total War. Это уже какая? 15-я серия. Воу. Вот. Захватили мы Сиракузов. Островок их этот небольшой. Ну, я смотрю, эти пацаны вообще сдаваться не хотят. Где они там? Короче, разрослись тут, блин, еще и на часть Африки, то есть. Вообще жесткие ребята. Ну ничего, и часть Африки мы себе тоже отхапаем. Так сказать, небольшое достижение в нашу, так сказать, копилку. Сейчас пускай наши войска тут. Африканское море завоеван. Спорно морской регион. Сейчас оспорим. Ребят, вы ж... Не возражаете? Не, вы возражаете, походу. Ладно. Сиди пока в городе. Особо там не бушуй. Будь хорошим. А я пока... Так, ты нанимаешься, да? Ты тоже недавно походил. Значит, походу, здесь уже... Конец хода надо делать. Или не пора? А, ну ты и сам здесь, смотрю, справишься, да? Давай, 88. Оккупируем сиракузов этих. Качнемся. Главное, чтобы нас сейчас тут со стороны не обошли. Вот это вот хорошо. А ты, товарищ, куда? Далеко собрался? Мы с тобой еще не договорили. Еще пока не все вопросы решили. Да, это мы тут жестко так. Прям. Здесь же мы двигаться пока не можем. Здесь же мы двигаться пока не можем. И денег, кстати, обратите внимание. 6-6-6-6. Прикольно. Это доход у нас такой будет. Большой. Еще бывало и побольше, но... Отстраиваемся еще потихоньку. Нанимаемся войсками. Пока у нас есть противники. Спартанцев. Ой, блин, я же забыл. Я же там в Италии хотел это все еще сделать. А, кстати, кто слышит звук, ну, то есть посторонний, то есть с улицы, у нас здесь просто празднования такие проходят. Сегодня день, кстати, 9 мая, так что всех, как говорится, с праздником, с Днем Победы. Вот. Сильно не напивайтесь, потому что это, в конце концов, День Победы, праздник, а не повод для пьянки, как говорится. Мирный договор? Нет. Даже в честь праздника Дня Победы не буду с вами мир. А вы кто?
знаю, да попробуем. Не получилось. Какие-то вы мятежники, что ли, или кто вы? Подожди. Ты не кипиши. Вот тобой я хотел походить, да забыл. Сейчас, подожди. Не спеши. Вот общественный порядок плюс 3, это все провинции, это хорошо. 12 ходов будет длиться, да? Копаться можешь? Не можешь. Давай вот это. Пока есть бабки. Тут мы все решили. Тут мы, блядь, не все решили. Ну ты же понимаешь, да? Что тебя ожидает. Они еще и там. Да, затянулась война немного. Вот тебя надо немного поднанять. Чтоб ты мог войсками своими-то сокрушить натиск противника. Уже так. Все. По поводу тебя. По поводу тебя у нас денег не хватит. Ну, сейчас еще этот надо будет отбить городишко, да? Здесь у нас вроде все в порядке. Что у меня дома творится? Не, подожди, я хотел посмотреть, что эти чуваки тут мутят. Там вроде кого-то закидывали или что. Или это мне показалось. Но явно же не наши города. Странно.
городе тоже все поэкономите неплохо. Наемников нету. О! Кстати говоря, а не перевести ли мне тебя на этот фланг? Куда-нибудь, я не знаю. Вот сюда, например. А то что-то я смотрю, ты засиделся там совсем. Несчастный. Все, я думаю, конец хода можно замутить. Ходили бы вы еще быстрее, вот было бы хорошо. Царский слив и решили назад вернуться, да, и окопаться. Ничего, сейчас мы отрядик-то сюда подведем. Вопрос только, какой у вас отрядик? Угу. Эти тоже войска к нам, да? Группируют, так скажем, да? Да, конечно, за этот островок сейчас война пойдет. Подожди, а, там, по-моему, наши пацаны подошли, да? Ладно, посмотрим. Так, поскольку вы мятежники. Поскольку вы мятежники, оккупируем. А, ну вы и так подохли, да? Вы мне тут решили все перестроить, да? Нехорошие какие люди. Ладно. Это пускай стоит. А, пора назначение делать, да? Все, сделали вроде как назначение. Что касается тебя. Мятежники тут засели плотно. Подожди. Не спеши. Зачем я наемника взял? Ну ладно. Ты нанимаешься, да? Правильно все делаешь. Но это пока не имеет смысла. Знаешь почему? Нет, это все-таки имеет смысл. Но тебе нужны мечники, хорошие мечники. И лучников жалко, мне маловато. Ты им показал бы сейчас Кустину мать.
денег нету. Как не было, так и нету. Смотрим, что там Сиракуза будет мутить. Ну, этот скачет, молодец. Что скачет? Все правильно делает. Нам бы Италию до конца отвоевать. Вот этих вот добить сиракузов. А хочу ли я этого? Наверное, хочу. Эти типа делают... Они что, наблюдают за нами, что ли, или что? Понять не могу. Небольшим отрядиком своим. Покромсали нас немного. Ничего. Мы их тоже покромсаем сейчас. Где там наши хорошие, уважаемые войска? Не, вас я не хочу. Хочу либо вас, либо вас. И с двух сторон ударить. Коли ж на то пошло дело. У тебя фул, да? Но тебе не хватает просто людей. Значит, делаем так. Идем сюда. Берем наемников. А ты? Нет. Семьдесят пять. Оккупируем. И теперь это наш город. Что касается тебя? Касается тебя, то ты мне еще послужишь. Но давай немножко сократим наш бюджет.
общаетесь. Точно. Как я мог? Босса нету. Я понять не могу, что вас не устраивает. То, что пищи может не хватить, да? Ой, ой, прошу прощения. Ой. С вами вроде пока в нейтралитете, да? Я хочу еще раз на карту взглянуть. Сейчас на себе надо небольшой пятачок. Ладно. Кто там не присвоенный? Ты? Нет, точно не ты. Кто у нас там воевал? Готовится к войне. Где-то, по-моему, тут, нет? Я могу вообще забить на это дело, конечно же. Ай, вот здесь вот. Мы ж тут отвоевывали. Значит, у кого-то из вас. И надо кого-нибудь назначить. Нет, разводить мы тебя не будем. А вот ход закончить, это мы всегда за. Скачет, скачет. Это хорошо, что он скачет. Эти куда-то в сторону вообще ушли. Эти убегают. Сдаете нам город, да? Сиракузы решили нас наступить с другого фланга. Но на мне-то пока еще держатся. Ну, значит, и не будем спешить. А что насчет, если мы отступим и потом... Не можешь определиться, да? Ну, минус две штуки, что ж поделать. Ты вроде как должен был наняться уже, да? Давайте лучников с этого хода. Ну, не так много. Так вот. Угу. На этих пока рано наступать. Сколько у тебя? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, в принципе, ровня. Но еще не ровня пока что. Как-то так объяснил я, да?
Упивайся, пока наш город посидишь. Лучников. Мне, пожалуйста, дайте. Сиракузы. Я ж от вас не отстану. И вы это прекрасно знаете. И мы будем наступать. Постоянно наступать. До тех пор. Пока последнего Сиракуза не станет. Не мы начали войну, а они. И значит, если победа у нас будет, то только полная. Там мы что, уже полухейн отвоевали, вернее, почти всю. Остался Крым. Царский скиф. Вы кто? Египет? Серьезно? Ну что, мы туда еще придем. Меня интересуют Сиракузы. Когнуты. Давайте... А, мы с вами торгуем, да? Хорошо. Тогда я думаю, тут можно и ход завершить. Только я еще раз гляну на кое-что. Не могут. Эти уже нанимаются. Конец хода. Будем жать их. Вот и наши войска подбрели уже. Чтобы, так сказать, дать им хороший бой. Эти тоже, падлы, отступают. Ну ничего, рано или поздно все закончится в нашу пользу. С потерями. И, к сожалению, не избежать. Но такова уж война. Такие уж у нее правила. Ребята, вот помогли бы мне вот сейчас отбить этот пятачок. Мы с вами... хороших добрососедских отношениях. Я вас пощадил, хотя я никого не щажу. Вы, я надеюсь, это заметили, как я
поступил с вами благосклонно, я бы сказал бы. А вы вот не хотите благосклонно со мной. Вот. Именно про это я и говорил. То, что каши с вами не сваришь. Пищи маловато у меня становится. Я хочу что-нибудь нормальное. Я хочу пищу. Что мне сейчас, ой, как потребуется. А когда войска голодные, они плохо воюют. А когда войска плохо воюют, мы плохо побеждаем. И именно поэтому, мне и нужна еда. Хорошая, качественная и много. Но денег, к сожалению, у меня не хватает пока что. Сиракузиков. Сиракузиков надо добивать. Да, это сейчас будет кровавая битва. Но мы победим. А они проиграют. И этот город станет нашим. А знаете, что мы делаем с противником, который недобитый? Вы все правильно поняли. Мы противника добиваем. И тебя, дорогой, это тоже касается. Вот ты находишься пока в городе, да? Вот и находись пока в городе. Эти уже наши, к сожалению, ходить не смогут. Что у нас с этим городом? Бабоса нету. Какая жалость. Но есть чувак, который сейчас придет на помощь. И все решится в нашу пользу. Здесь мы походили, тут мы походили. Можно завершать ход. Вот что такое терпение. Терпение города берет. Ну что вы думали, я так просто сдамся и заключу с ними мирный договор? Кто мы и кто они? Они никто. Они были никем. То есть вы мне предлагаете мир, да? Нет, ребята, не мир. Мне вот эту землю вернуть надо. И да, цена уже не 60 тысяч.
а 80. Все, мне надоело с вами воевать, все как узы. Да. Еще и денег нам заплатят 2400. Поторгуем. Я не против. С ними мы вроде не воюем, и рано нам пока еще с ними воевать. Вы серьезно? Вы это сейчас, мать вашу, серьезно? Тебе жить надоело? Вот войска, да? Отпустить. Бля. А ведь я хотел здесь еду построить. Так что давайте строить здесь еду. И давайте покажем уже этим ублюдкам. Что нехорошо наши земли отвоевывать. Оккупируем. Каналы. Давайте сделаем каналы. Сейчас же бабки потеряю. Здесь, в принципе, уже от этих наемников можно избавляться. Угу. И нам нужны пики. Ой, кого я нанимаю? Нам нужны пики. Хорошие такие добротные пики. Вот, это все, что я хотел сказать. Пищу. Придется это построить. Все, окапывайся. Будешь держать оборону. В случае чего. Вот. Так, на чем я остановился? Я остановился на том, что... Что я хотел сказать, что, ну, эти рабы, это не очень хорошо, и революция, в принципе, тоже. Так. В смысле, мятежники вот эти вот, которые тут появляются. Здесь нормальные страны были, вот, мы с ними торговали, вот. Появились мятежники, и сидят, и ни с кем не контачат, ничего. То есть, по сути дела, мы забрали город. Забрали город.
И наведем сейчас здесь порядок. Денег, правда, нету. Но мы решим этот вопрос. Потому что армия здесь в таком количестве наемников нам больше не нужна. Это касается всех. Вы хорошо служили мне. Заработали свой бабос. Но сейчас, к сожалению... Сейчас, к сожалению, вы мне не нужны. Можете записываться добровольно в армию. Я только поддержу. Трущобки давайте сносить. Ага. Снести трущобки 500 рублей стоит. Ничего. Снесем. Все, Италия уже полностью наша. Вот эти еще остались. Но мы с ними вроде как в нейтралитете. В таком более-менее относительно. С этим мы не воюем больше, да? Вольки. Вы думали, я про вас забыл? Нет. Я про вас не забыл. И отпущу я вас не скоро. Вас ожидает только смерть. Те, кто не сдаст добровольно, конечно же. Все. Втоптаны. У меня на повестке дня остались еще арверны. Еще остались вопросы финансовые, которые мне бы желательно было бы сейчас решить. Даже без наемников справился. Вот ты, чё стоишь? У тебя тут город. А у нас кого-то сегодня назначат. А он уже назначен. Это хорошо, что он уже назначен. Так, где там карта? В карте у нас все хорошо. Я бы сказал, даже очень хорошо. Кто здесь воевал? Вы воевали. Вы тоже воевали. Кто еще воевал? Вы воевали, по-моему. А вы. Вот именно. С вами мы и будем разговаривать. Наемников всех распустили. Где у нас тут царские сливы еще остались?
Вот они, мои родимые. Конец хода. Давайте. Нет, в принципе, все равно с вами пока тягаться некогда. Ходов так 15 точно, 10. Так что, ребята, мы это на потом. И внутреннюю экономику поднять надо. И деньжат немного отложить надо. И потом уже какую-нибудь взять фракцию так вёток. И нагнуть. Окончательно. Ну вот видите, начался бунт. Чего они бунтуют? Непонятно. Недовольны чем-то. А вы знаете, что я делаю с бунтарями? Вы точно знаете, что я делаю с бунтарями. Правильно, я их убиваю. Потом я возвращаюсь в город. Начинаю строить дальше общественный порядок. А еще, нам не хватает пищи. И именно поэтому я еще лучников все возьму. Не, нам нужно кто-то. Не, ну 4 отряда лучников это очень хорошо. Нам оборону держать некому. Поэтому будет у нас больше мечников. Вот, что я еще хотел сказать. Я же не хочу, чтобы у меня голодные времена наступили.
Понял. Аргерны, вы тут еще? Вам не повезло. Давай уже тогда держаться вместе. Хорошо, вас не устраивает. Вроде все должно устраивать. Так вот, на чем мы остановились? А, может еще? Может еще даже и не начинали, да? Хорошо. Будем наниматься. Будем подходить. Чувак там из города в город ходит. Ему норм. Куда-то ихние войска свалили. Почему бы и нет, да? Деньги вещь полезная. И раз уж они хотят с нами торговать, то пускай башляют бабки. Кто-то помер. Нам же надо как-то войска кормить, да? Да, египтяне тут так тоже знатно разрослись. Ты там как, держишь? Вроде держит. Можешь нормальный шаг перейти.
Ребят, если вы нас сейчас город отожмете, вы кто? Кельтиберов. Конфедерация Кальтиберов. Ага, с вами-то мы дружим. Должен же я сиракузов, вот этих вот, не сиракузов, а, короче, вот этих арвернов до конца дожать. Ага, они у них отхватили город. Перебрались. My people are in danger. Can you not join with us and attack these dogs? Эвланум? Кто это? Несамоны. Дети Несамоны. Несамоны. Пошел нахуй. Ты ходил там все вокруг да около? Ну да, я вижу. Че, вы там, надеюсь, не обиделись сильно? Не, не обиделись. Но я хотел немного по-другому поступить. Таки продолжаем, да? Таки продолжаем. Эти войска надо как-то сюда поближе подвести. Что тут даже поставить нам ничего не могли. Деньги у нас пока еще есть. Следовательно, мы будем отстраиваться. Вроде как и общественный порядок надо поднимать. Вроде как нужно пищу выращивать. И вот это мы оставляем. Угу. Вот здесь. Вот здесь. Вот так вот. О, еще секундочку покажу. Небольшую. Продолжаем. Вот. Я думаю, здесь можно ход завершать, да, уже, в принципе. Вроде как все отстроили. Остальное нам вроде как и больше и не надо. То что, давайте завершать. Бактрия. Эти решили к нам в гости прийти, да? Надо будет какой-нибудь отрядик туда подвести сейчас. Storm, нет. Кто знает, там пойду, там оборонительные союзы, вступил в войну с тем-то, с тем-то, с тем-то. Не хочу. Вы мне, по сути дела, мы с вами просто торгуем, блин. Почему мы должны иметь оборонительный союз? Не хочу.
обязан. Ну кто, бунтари? Типа крутые, да? Бля, ну извините, ребят. Нет. Египет. Все, с этим мы разобрались. Так что тут я на абсолютно законных основаниях. А вот вы, ребята, могли бы помочь. То, как я вам помогал. Нанять отряд я не могу. К сожалению. К сожалению, день рождения, только раз в году. Что это вы тут в моем порту делаете? Чтобы вы не расслаблялись. Вы кто? Касситаны. Касситаны. Чё вы за сектанты такие? Касситаны. Вы с нами не дружите, да? Ну, мы с вами тоже не дружим. Тогда. Мы, в принципе, не дружелюбные.
этому городу шли. Мы-то к этому городу пришли. Угу. Так. У тебя. Что у нас с назначениями? Вот так вот и сделаем. Дожди. А что-то вы с нами не хотите? А, мы с вами воюем, да? Как хотите. Денюшек не хватает у нас, да? Ничего. Скоро появится. Все, ход завершаем. И потом конфедерацию галлов добьем. Или не галлов, эту конфедерацию. Короче, всех наших противников накажем. По справедливости, конечно же. Куда это вы свалили? Нет. Мы сотрем вас в прах. И ничто, ничто нам не помешает этого сделать. Ну извини, Салоха. Наши союзнички помогать нам не хотят. А все, по 99, да? Оккупировать. Ну а ты, что касается тебя, дорогой ты мой хороший,
Нифига себе, у нас пища 50. Пища 50 это очень хорошо. Значит, мы делаем все правильно. Опа. А вот здесь мы сейчас будем общественный порядок еще поднимать. Горное дело надо будет еще немного подкачать, да? Что-то я всех подзавоевывал, а даже армию так и не качнул до конца нормально. У меня вроде и так неплохо получается. Все, конец хода. Там посмотрим. Те, кто там с кем-то воюют. Ясно. Тут сейчас, походу, будет что-то очень интересное. Мне пока он вас как-то пофиг. Говорю как есть. Не скрываю. Эти сбежали. Союзнички. Называется. Неплохие доспехи у тебя. Так, ну ты как мятежник. Извини. Мятежников мы сейчас поедем наказывать в первую очередь. Пролетел тут так полземного шара, да? Добиваем. Что-то мы их все добиваем, добиваем, да добить не можем. Будешь прорицателем. Казнил преступников. Еще кач. Давай еще кач. Возвращайся в город. Вот этих вот только расформируй. Такого не ожидал. Вот и все.
нас было явное преимущество, да? Что-то у нас тут дофига. Вы кто? А, вы египтяне? Ну да. С вами мы вроде как на ладах. Тогда подожди. Египет. Все тут еще царские скифы. А, вас уже фактически нету? Или что? Где они? Без шансов. Добили их, докололи. Сразу поднялся общественный порядок. Шо и требовалось доказать, да? Так, ну мне тут пока делать на востоке нечего. Поэтому я отсюда буду постепенно отгребать. И вам, египтяне, тоже советовал бы отгребать отсюда потиху. У нас в Европе творится. Чё-то ветеранов нанялся. Это хорошо. Ну это вообще без шансов. Уже давайте, до свидания. Нефиг тут в наших водах тусить. Давайте 95. Вырежем их в войска немного. Надеюсь, все качнулись, да? Нам нужны войска сильные тут. Мечников дофига, да? Лучников нифига. Что из here? Вот мой next command. Вроде тоже экономика поднимается, да? Или можешь пройтись по этим пацанам? Как считаете? Хорошо, взяли, передохнули. Нормально.
что это вы на нас недовольны самые? Не, с вами воевать пока не хочу. Мне экономику поднять надо немного. Вы кто? Вы спартанцы, да? На даче сидите. Да, все. Вот вы кто? Кому принадлежит тот остров? Латинские мятежники. Мятежники — это не очень хорошо. Где эти мятежники? Давайте отбивать. А то войска, я смотрю, застоялись тут уже, да? Ты будешь с этой стороны наступать. Так уж и быть. Вроде все. Наемничка, да? Сократим только немного. Вернее говоря, всех. Чё, мы к вам еще придем. Угу. Все, я думаю, конец хода можно делать. Раз уж так. Египтяне, блин. Вы тут потише, блин, будьте. А то не ровен час. И у вас пару земель отберем. У нас новые возможности. Так, рост всех регионов, заход, представление провинции, стоимость строительства в лицах. Давайте качнем строительство немного. Так, тебя мы заведем в город, чтобы я точно был спокоен, что все у нас тут хорошо. По пище мы пока даже не проседаем. Да и вроде не должны. Так, египтяне вроде как свалили. Ну что, потом
этих накажем, да? Сейчас спешить не будем. Будем наниматься. Даже пока наниматься, даже, наверное, не будем. Чтобы по пище в минусы не уходить. Вот. К мятежникам нам войска подводить наши. А что касается тебя, дорогой мой. Наши, а тут не наши. Так что давайте нанимайтесь. И вообще, давайте это сделаем быстрее, а? Уже войска нужны. А если восстание будет, подаем. Ну, все вроде хорошо, восстанавливаемся. Ну а с вами был Зазепа. Я думаю, можно на этом завершить серию. С вас обязательно лайк, подписочка. Ну, всего хорошего, удачи тогда и пока.